медведь был, следы есть. Он прошел, наверное, неделю, может быть, больше назад. Причем, что удивительно, он идет не обходя, то есть вот как видит, так и идет. Честно говоря, удивительно. Обычно, если его давишь, толкаешь, он так идет. А здесь явно, что некому давить, некому толкать. Тем не менее, он идет, как видит, так и идет. Вверх-вниз, вверх-вниз. То есть не выбирая, по сути, там какого-то легкого пути. Странно, но вот так. Искал рыбу, и более того, у него там навигатор, он помнит, где что. Он, ну, здесь слишком близко. Нет, Лех, это однозначно рыбу искал. 100%. Ветки, палки, гребет. Да, есть правила фэншуй. В данном случае они не соблюдены. Согласен с тобой, Саня. Давай сгоняю, взгляну, вдруг вернулся. То, что вчера подняли. Издалека. Давай. По следу я проехал, посмотрел, что такое по следу. По следу я обнаружил пробки, причем не одну, а две. То есть однозначно, что вот так вот по ощущениям, сколько он стал, сколько он здесь ходил. Дней 5, ну, наверное, неделю, да. Но удивительно то, что мы его вчера потревожив, и он от нас пошел. Чувак лежал, встал, видимо, жрать вообще нечего, потуг нет никаких. То есть мы, ну, вот только-только природа начинает просыпаться. Ходил на реку, он, видимо, там пытался копать старую рыбу. Нет, 100% рыбу снимал. На рыбу здесь все глубоко, Саш, копать. Там такие перекат впереди. Может, там харитоны стоят. Или 100% там парни стоят. Или русалки там плавают. Тепло и сухо. Надо собраться с силами вылезти. Куропатка Радовская. Астроном Новомаринский. Кофе готов. Добро пожаловать. Welcome to Майнец. 24 апреля. Едем на рыбалку. Зима. Ляпота. Красота. Ну что, жрать-то тебе нечего, да, лисенька?
Только воровать не можешь. Замерзло все напрочь. Это, я думаю, что это наледь, которую влетели уже здесь. Это просто вот голый лед. Засверлиться негде. Народ попа к попе, а здесь приезжай да сверлись. Наверное. Клёв отличный. Только нет ничего. А так все нормально. Сначала привязать. Надо понять, где двойные, Лё. Нет, синие. Синие это бока вообще, как будто. Бока. Да, да. Белый вверх. Да. На самом деле предлагаю в торец натягивать и дальше, соответственно, ставить палатку и смотреть, какие дальше растягиваем. Намного лучше, чем на улице. Намного. Тарам-тан-тара-тан-тан-тан. Ну что? Дэн. Саня, перышки тебе козырные. Я пока. Какая подсадка, Лёх, на ТН Слим? Сейчас так будем брать. А так-то можно ловить. Ребята, у меня там фиш. И причем очень хороший. Ребята, катушку сдает фрикцион. А, смотрите. Ремонт имеет значение. Йо. Что там у тебя, Леха? Саня, там что-то очень хорошее. Не знаю, войдет ли в лунку. Опять не лезет, Сашка. Багорт не взяли? Блин, боюсь, что не, Саня. Может, еще камеру опусти? Не заходит в лунку, да. Он гольчик. Ну, хороший тоже, все равно. Мне кажется, рекордный за этот выезд. А что там про метров-то говорят? Ну-ка. Раз, два, три. А вот он и метр и есть, блин. А? Хорош. Саня? Ставь Вильямс, она сыпется хорошо. Смотри, как на него отреагировал, а сразу.
Папа лишь от нуля ушел. По любасу. Жабринг. Надо себе в палец не воткнуть. Опа. А я сейчас возьмешь. Не, гольцы как бы вроде как и есть здесь. Одного поймали. Ну, привередливая. Все. Сейчас будет. Так. Подманиваем, подманиваем. Ай, молодца, Саня взял на лимчика. Красавчик. На паузе взял, поддернул, потом чуть полежал, блесна хлоп. Ну, что-то ребенок какой-то попался. Ну, отпустить, наверное, в лунку не получится. А как ты его отпустишь-то? Мне кажется, не уплывет. Да ну нафиг. О, уплыл. Пускай живет. Подрастает. Нам такая мелочь не нужна. Есть. Вот это получше налим. Саня, видимо, фонарик. Не видать. Что-то как коряга. Ну что, будем с дровами. А? Будем с дровами, значит. Сошел, сошел, гад. Саня, сошел, знаешь? Ну, не сказать, что там сильно крупные они. Ну, такие дадушки, даду с половиной есть. Ну, вот, и реально они с маленькой головой и такие квадратные. Ну что, бери шинель, пошли домой. Там принципиально другое место. Я думаю, он ходит там везде. Вот, просто надо... Ну, а ты что не... На какое количество? Нормальное? Ну, больше десятка. Угу. We'll be right back.
А соседи-то ловят. Что-то никак не можем найти. Сейчас в другом месте засверлимся. Надо тоже будет. Тут что-то маловато взяли. Дальше пойдем. Как-то плоховато, руки мерзнут. Поддувает. Как всегда, погоды нет. Здесь такое часто. Такой налимчик. Якут. Якут. Ну наконец-то поймал. Ушел от нуля. А, вообще руки не слушаются. Будем брать. Я без подсадки, я на блесну. Блесну салом не тебе. Может быть. Может быть, даже вискарем сбрызнуть. И эффект будет лучший. Может быть и так. Рыб есть? Рыб есть немного. Мала-мала есть. На Москву возьмем 3 контейнера по 20 килограмм. Берет исключительно на подсадку. Мое твердое убеждение. Вторая поклевка прям сразу. Первая я не смог просечь. А со второй удалось. Но он, сука, все всосал. Что это за зверь такой? Это страшный зверь. Однозначно отпустить. Тащу. Боюсь сглазить. Ну, наконец-то. Красавчик какой, а? Пиш. Зараза, надо багор. Подожди-ка. Подожди. Подловили в луночке уже его. Сошел, но мы его добрали. Красавчик. Но это не тот, который вчера отматерил. Все-таки ушел он от меня. Я уже в руку в лунку засунул, но не смог достать.
А этот попался. Никуда не делся. Росомаха, ты говоришь, я же говорю, это маленький медведь. Это было образное выражение. По габаритам, по лапе было понятно, что маленький медвежонок. Все равно, что большая росомаха. Не, мы не удержим, Леша. Она вниз совсем не укатилась. Ну, вряд ли, конечно. Да, встань, опять. Они что так лопатки? Фу. Благодарю вас. Да, что-то запыхались. Вроде ерунда, всего-то нарта. Но перевал под 2000, и водички хочется попить.